Итоги реализации муниципальных программ социального значения за 2018 год и первый квартал текущего подвели на заседании трехсторонней комиссии. Так работа велась в нескольких направлениях. Это развитие кадрового потенциала, пропаганда здорового образа жизни, спорта, культурного времяпрепровождения, работе с молодежью, программе «Доступная среда» и многих других. Особое внимание уделили обеспечению материально-технической базы и строительству образовательных учреждений. Муниципальная программа образования. Заказчиком данной программы образования является Комитет по образованию администрации городского округа Щелково. В данную программу входят 4 подпрограммы: это дошкольное образование, общее образование, дополнительное образование, воспитание и психолог, социальное сопровождение детей и обеспечивающая программа. Для выполнения этой программы на 2018 год было выделено порядка 6 миллиардов рублей. Кроме того, обсудили кадровое обеспечение на предприятиях городского округа Щелково. С начала года через Щелковский центр занятости населения трудоустроились 432 человека. На данный момент в базе центра подано 1177 вакансий от работодателей. Екатерина Сусенко, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».